Сегодня хочу рассказать, как подключить такой мини-микшер китайский. Вот он, Multimedia Intelligent Karaoke Machine называется. Такая коробочка, там два микрофона и маленький микшер. Значит, он предусмотрен питание от сети, но можно сделать немножко хитрее, чтобы использовать на природе, на пикниках. Подключаем, значит, таким образом. Вот тут гнезда, одно гнездо питания 5 вольт, другое output и line in. Значит, питание мы запитываем от разъема USB этой Bluetooth колонки. Вот сейчас покажу. Вот, втыкаем сюда. А выход, второй провод, джек, втыкаем в AUX. Вот сюда. Теперь line in мы включаем туда вот такой Bluetooth адаптер. Ну, самый простой, самый дешевый. Вот мы его сейчас включим, запустим. Вот он замигал красненьким. И телефончик. Вот я сделал такую приспособу, очень удобную для телефона на руль. К микрофону. Теперь запускаем его. Так, настроечки. Настроечки. Bluetooth Music. Соединяемся. Включаем наш микшер. Подключено. Теперь включаем нашу Bluetooth колонку. AUX mode. Line in. Так. Включаем микрофончик. Вот этим. Раз. Ну, можно потише сделать. Раз. Следующим действием включаем на телефоне музыку. Ну, допустим, вот эту. Там за туманами вечными пьяными, там за туманами берег наш родной, там за туманами вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Ну вот можно включить второй микрофон. И они поймут, они чудные, не поймут. Там за туманами вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Ну вот можно сказать, что можно регулировать звук вот отсюда, на этом плеере. Можно потише. Можно здесь регулировать вот этот микрофон, вот это вот громкость. Это эхо микрофона. В общем-то, все очень просто. Можно пультом во время пения регулировать громкость звука.
и переключать треки другие, следующие. Очень удобно. Вот такая система. Вечными пьяными.